Так, значит, сделал на данный момент подводку времени. Сейчас немножко покажу, что к чему. И смотрите у меня в Телеграме, в канале полную демонстрацию. Я сейчас коротко, быстренько покажу, что оно, в принципе, работает, и больше даже там нечего будет показывать. Значит, тема какая? Задано время сейчас 3 часа 56 минут на нулевой линии. Нулевая линия, она в состоянии стоп находится, можно посмотреть, ой, ран. Вторая линия тоже ран, первая, третья в состоянии стоп. То бишь, время нужно подвести от 3 часов и от 9 часов до текущего времени. Значит, часовой пояс задан 0,3 плюс 0,3. Ну, к этому времени и будет подводиться. Я пока с другим поясом не пробовал, но я думаю, будет все работать. Просто сейчас не хочу тратить время на эксперименты. Если потом не будет работать, то я покажу, что оно не работает с разными часовыми поясами, хотя вроде должно все правильно работать. Короче, ладно, стартую. Так, во-первых, мне надо запустить WebSocket, законнектить. Все, теперь, значит, идет досчет. Во-первых, он сразу же, алгоритм мне перекинул время до необходимого, ну, чтобы он правильно подсчитал. Там у меня, в общем, все есть, ну, круг 12 часов, либо плюс, либо минус. Перекинул мне время. И как бы выдал определенное количество, ну, счетчик, да, вот мне прямо видно, что приходит сюда пульс каунтер. Вот. Сколько осталось там еще ему считать? Значит, есть 488 импульсов, да, и 76 импульсов. Соответственно, время вот выдается. Можно посмотреть то, что время меняется. И время потом подгонится к текущему. То бишь, можно посмотреть, что вот произошел тик, это минутный тик. Можно потом посмотреть, что, допустим, для второй линии, да, у него видно даже там, у нее пульс каунтер, да, 438 минут, и нужно пройти. Ну, в общем, все придет к нормальному, ну, к нормальному времени, 18:28 сейчас, ну, может быть, там будет уже 29, надо будет посмотреть. Вот, можно сейчас глянуть последние. Так. О, убежала. Короче, можно посмотреть, на чем остановились мы тут. Да, 18:28 в 28 минут. Все, здесь досчитала. Ну, можно попробовать проверить, например, здесь сделать теперь такую вещь. Все-таки, да, проверю я. Почему бы и нет? Сделаю я здесь, допустим, плюс 0,2. Если плюс 0,2, то здесь должно быть 17, до 17 до 28 досчитать. Стартанем. Опять же, мы подсоединимся. До 17:28 должно досчитать. Ну, в принципе, похоже. То есть ему час копейками там считать. Или даже меньше. Сейчас что-то я не понял. Давайте посмотрим. Все равно до 18:29 будет, да, досчитывать. Ну, нужно немножечко алгоритм поправить. Он досчитает до 18:29. А, стоп. Стоп. Где я сделал это плюс 0,2? Я сделал в ID 0. О, боже мой, это будет долго. Я тогда сделаю не в ID 0 плюс 0,2, а сделаю я в ID 2 плюс 0,2. Это будет быстрее. Опять соединимся. О, ему тут целый круг идти. Ему идти целый круг, потому что тогда мы сделаем не так. Тогда мы сделаем не плюс 2, а плюс 4. Connect. Тут поменьше, то бишь ему нужно будет досчитать вперед, ну, должно быть 19:30. Там, если я сделал плюс 2, там у него должно было быть 17:30, поэтому ему нужно было провернуть целый круг. Это 12 часов. Ну, короче, назад ему нужно было сделать. А назад часы не умеют ходить механически, они умеют только вперед ходить, круг. Собственно говоря, сейчас посмотрим, на чем остановится ID 0. ID 0 должно остановиться на 19:30, и в принципе оно похоже, наверное, сейчас. Или нет, или не похоже. Или не похоже.
А, ID 2, блин, или 1.0. Мы что мы смотрим-то? Куда я там что добавил? ID 2. ID 2. Так, ну ID 0, понятно. Он тут быстренько сейчас досчитает, да? Так. ID 0 досчитал. ID 2, ему 460 импульсов. Тогда сделаем мы теперь еще вот так. Попробуем все-таки мы... пускай здесь будет не плюс 0,3, да? Сколько тебе тут считать? Кому меньше? ID 2. 540. 1,0, 130. Теперь смотрим. Если я, допустим, 1,0 делаю плюс 0,2... Один ноль. Ну да, значит, все правильно я сделал. Один ноль, только он сейчас досчитает все-таки до 18.30. Он так или иначе будет считать до 18.30. Если я здесь делаю плюс 0.4. Он его перекидывает на другое время и считает в другую сторону. Ну, собственно говоря, нужно немножко поправить алгоритм, чтобы он назад не откидывался при другом часовом поясе. И будет все хорошо. Ну, в общем, вот так вот пока что.